Переделал косилку для работы на ботве картофельной. Поставил ее на высокие колеса, и она теперь будет лететь над буртом, а колеса идти по канавкам для окучивания. Тем самым мы сейчас собьем верхнюю ботву, а подготовим рядки для картошки. При этом я могу, наклоняя, поднимать или опускать нож, тем самым регулировать высоту срезания ботвы над картошкой. Поехали, попробуем. Там, который...